Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет видео, хочу вам показать немножко вкратце крысок, маленьких детенышей у Роски и у Снежинки. Ну, что получится? Это видео такое коротенькое будет. Ну, пойдемте смотреть. Привет, Роска! Привет, моя красавица! Это, ребята, наша Розочка. А это юные детки там и спят. Пока мы их держим в этой клетке, то что они махонькие у нас совсем. Им скоро будет. Сегодня у нас какой лишь что? 28. Вот, так вам сегодня один месяц. Вам сегодня один месяц, мои лопаточки. Ну давайте, спускайтесь, я вас покажу на видео. Так, Роска. Вот такие вот деточки. Вот эти полизуски, полизуски, полизуски. Ой, господи, нет, давайте спускайтесь. Вот такие, господи, господи. Сейчас целая куча будет выпадывать мне на руку. Ой, господи. Ой, господи, полизушки, вы посмотрите, какие они сладкие. Роска, ты меня лижешь, да? Давай, давай, спускайся, я тебе пальчик подставлю. Спускайся по моему. Нет, сам спустился. Вот так вот, они все пусто там, да? Все спустились. Ой, куча, куча мала. Смотрите, ребята, куча мала. Такая куча. Куча, куча, куча. Вот такая куча милоты. Ой, господи, ты куда лезешь? Я вас попозже выпущу гулять. Роска. Маш, подержи дверку вот так, чтобы мне их поснимать. Роска. И это что за куча милоты? Такие, такие шалюнистки, солонистки, солонистки. Давай, убрать. Не, они не кусаются. Ты че, доча? Они вон, видишь, лижут маму. Всю залезали до смерти страшные злобные крыси. Маму всю залезали. Господи, господи, Розочка. Роска у нас порода голубая. Ну, ты чуть Роску не убила. Роска у нас порода голубая. Смотрите, и детки похожи на нее, да? Ну, вот, это чурка. И вот тут вот чурка один. Да я вижу, что другие крысы на меня. А детки-то потом солнышкины. Снежинкиных деток вам покажу. Сегодня пока Роскиных. Роскиных, 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 Роскиных. Вот такие вот милота. Роза! Ну фу! Роза! Это вот такие вот два чурки. Чурка, чурка, чурка. Да не касаются они. Ну не надо, не лезьте, да ладно. Пускай так будет. Вот такие вот детки. Ты что там Машку напугал? Ты зачем Машку укусил? Меня, значит, вы лизаете, лизаете. Видите, руку положила. Ты куда полез? Чертёныш ты. Ты куда полез? Господи, скалялас ты, скалялас. А тут мои, господи, Машенькие, меня лизут, лизут, и мамка меня лизут, и детки меня лизут, Розочка. Вот такие вот у нас детки. Если вам понравилось, поставьте им лайки, кому нравятся такие малышня. Все, закрываю, хватит. И сейчас покажу, как Снежинкины детки смотрели, пока я Роскиных терроризировала. Ребята, смотрите, как Снежинки детки смотрят, пока я Роскиных глажу. Они тоже хотят, чтобы я их потискала. Маша. Маша. Они вот кусаются, Маша. Маша. Маленькие сестренки. Ой, господи, полезушки мои, полезушки. Спускайтесь, ряд животиков. Ряд животиков, спускайтесь. Не, не хотят. Теперь у Роски смотрят, да? Сейчас попробую вам показать. Здесь кучу милоты. Так, Снежуля. Не, не получится так показать. Видите, они все лезут сюда. Ладно, потом в следующем видео вам покажу всех крысяток. Ну, вот они меня тоже лизут, 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 лизут. Снежуля пытается сбежать. Так, и этот засранчик. Смотрите, сбежал. А ну назад. А ну назад. Снежинка сбежала. Да я вижу, что белки теперь лезут. Тут рядом с крысками у нас клетка с белками стоит. Они колесо совсем сгрызли. Привет. Привет.
Привет, белки. Привет. Живность. А тут Шуша у нас сидит. А тут белки наши. Белки. А, белки. Белочки наши. Ну, вот такое мини-видео было. Это сегодня, на сегодня все. Если вам понравилось, поставьте лайк. Вы на канале Многодетные семьи Тарантиных. И это был мини-выпуск такой про наших животных.